Здравствуйте! Правительство Израиля, Министерство здравоохранения обновило список красных стран, въезд в которые запрещен. В этом списке, начиная с 30 декабря 2021 года, будут находиться следующие страны. Англия, Венгрия, Испания, Канада, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Соединенные Штаты Америки, Танзания, Турция, Франция, Швейцария, Эфиопия и Южная Африка. Всего на сегодняшний день 15 стран. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.